Яна, вы одна из немногих компаний в России, у которой есть собственная стратегия устойчивого развития. Вот что стало поворотным моментом, что вы решили заняться этим направлением? Действительно, будучи лидером на рынке российского ритейла, мы понимаем нашу ответственность перед обществом, перед планетой. Мы лидеры, и мы часто задаем тон всей индустрии. Поэтому, когда наше общество, когда наши покупатели говорят о том, что это им важно, мы начинаем работать в этом направлении. Если говорить об устойчивом развитии, то в первую очередь мы понимаем, что устойчивое развитие – это такая лицензия для работы. То есть наше общество разрешает нам работать, если мы действительно устойчивы, и если мы работаем в этом направлении. И какие цели вы перед собой ставите? Для того, чтобы выбрать, какие цели наиболее релевантны для нас, была проделана большая работа. Мы в первую очередь разговаривали с нашим обществом. Мы опрашивали наших покупателей, мы разговаривали с жителями регионов, в которых мы присутствуем. Мы разговаривали с нашими партнерами, поставщиками и другими представителями разных стейкхолдеров. Что мы выбрали в основу? Это 4 основных фокуса. Во-первых, это помощь нашим сообществам. Мы это делаем через определенное количество разных программ, социальных, продовольственных. Это поддержка здоровья и благополучия. Мы очень много работаем над качеством наших товаров, а также промотируем здоровый образ жизни у нас в магазинах. Это достойные условия труда для наших сотрудников. Здесь мы активно работаем совместно с разными функциями для того, чтобы предоставить все возможности для всех наших сотрудников вырасти и научиться всему, чему они хотят. И, конечно же, не могли не сфокусироваться на цели о планете, ответственное потребление и производство. Мы очень много делаем с точки зрения рационального использования ресурсов, энергоэффективности, работы с отходами и поставили это в основу нашей стратегии. Но я знаю, что вы также разработали и для поставщиков рекомендации в этой области. Вот если коротко сформулировать их суть, то в чем она? Да, действительно, рекомендация – это была одна из наших основных направлений в рамках цели ответственного потребления производства. Рекомендации были по двум основным частям. Во-первых, это упаковка. Что такое ответственная упаковка? Какую упаковку правильно ставить свой товар? Здесь мы сделали очень много работы. Мы посмотрели на то, что делают международные компании. Мы посмотрели на то, что есть у нас в России. Мы опросили всех наших крупнейших партнеров-поставщиков, чтобы понять, что же такое ответственная упаковка по их меркам. И мы провели большое слушание, где мы определили, какие рекомендации наиболее важны. Здесь мы говорим о наиболее правильных материалах, наиболее правильном ответственном дизайне, а также коммуникации, которые должны быть в рамках устойчивого развития. И второе направление – это рекомендации по сертификации. Очень много товаров у нас на полке уже сертифицировано, что не было нелегальной дефорестации лесов, что не было нелегального рыболовства. И мы хотим знать, что уже есть и что можно поставить еще, чтобы действительно иметь ответственный товар у нас на полках. Как поставщики на это отреагировали? Потому что у нас это было в диалоге, мы вместе разрабатывали, мы вовлекали абсолютно всех участников цепочки стоимости создания. Это отреагировали очень хорошо. Мало того, что они участвовали в этом, более того, когда мы опубликовали наши рекомендации, это стало частью нашей закупочной политики, мы получили очень много обратной связи. Очень многие поставщики приходили и говорили, что у них уже есть товары, которые подходят под наши рекомендации. Или просили объяснить им более конкретно, что могут они сделать, чтобы попасть в такую категорию. А как вот стратегия устойчивого развития может повлиять на покупателей? Она уже влияет. Стратегия устойчивого развития – это затрагивает аспекты ежедневной работы с покупателем. То есть вы можете прийти в наш магазин «Перекресток» и увидеть зеленый маршрут. У нас уже подсвечено, где у нас экологичный товар, где вы можете сдать на переработку пластик, например, фундаматы. Вы можете прийти в магазины «Пятерочки» и увидеть специальные коннеры здорового образа жизни. Это есть в каждом нашем магазине и затрагивает все аспекты нашего покупателя. Мы продолжаем информировать нашего покупателя о том, что это важно. Мы проводим много разных обучений, как онлайн, так и в магазинах. Наши покупатели приводят детей, где мы рассказываем им о здоровом питании, чтобы приучать правильные привычки с раннего возраста. А что касается сотрудников, на них как это отражается? Очень много чего мы делаем в рамках нашей компании. Во-первых, это, конечно же, обучение. То есть это мы разработали отдельное обучение для всех наших сотрудников по устойчивому развитию, которое рассказывает, что это такое, какая у нас стратегия и что каждый из них может сделать. Более того, для отдельных групп сотрудников, которые напрямую связаны с разными аспектами, например, работа с отходами, мы сделали дополнительное обучение, которое помогает им понять, как меняются их процессы изо дня в день. И в-третьих, конечно же, мы вовлекаем наших сотрудников в более неформальные события. Например, мы делаем день устойчивого развития и собираем пластиковые пакеты, которые сотрудники наши приносят. Мы проводим какие-то мини-воркшопы и, наверное, участвуем в постоянном диалоге с ними.
как по-вашему, насколько это может стать всеобщей практикой и сколько нам осталось ждать до этого времени, если все-таки это возможно? Хороший вопрос. Мне кажется, это уже становится всеобщей практикой. Если посмотреть на Запад, то это уже 10 лет, как делают все большие крупные компании. Мне кажется, последние пару лет это сильно становится заметно у нас в стране. И ну, когда это станет, ну, невозможно сказать. Да? Никто не знал 6 месяцев назад, что мы будем сидеть на карантине. Поэтому я очень надеюсь, что ближайшее будущее. Поэтому события, как диалог X5 и наш круглый стол, помогают ускорить этот процесс и вовлечь всех необходимых стейкхолдеров. Но нам, как покупателям, остается только вовлекаться в такую работу. Это точно. Спасибо большое. Спасибо.